Не нашел мне свободы, поэтому придется нам поехать идти в гараж. Подземный гараж поедем. Ну, надеюсь, что платить не придется. Нет, не придется. Там где-то пишут, что вход там. Сюда я поставил. Вот. Все. Пошли. Есть лифт. Но совсем для ленивых. Мы еще не до конца обленились. Поэтому, о, две ступеньки и наш вход. Ага. Вот так это выглядит. Красиво выглядит. Ну что ж, пойдемте искать. Очень похоже на Икею, очень похоже. Шкуры даже лежат. Кстати, почем? 39, ну так же, как в Икее. Ладно, ребята, нам нужен этот самый штопштранг. Сейчас спросим. Ой, ребята, сколько же здесь декоративного богатства, я вам скажу. Ну, все для дома, для семьи. Вон, картины есть. Да. Так, ну, нам повыше, мне кажется. Здесь хорошая мебель. Нам надо такую простенькую, совсем простенькую. Ну, на крайний случай, не знаю где. Так, вот там подушки, матрасы. Все, что надо. Так. Вот теперь ищи свищи называется, да? Там не Икея. Так, надо кого-то найти и этого кого-то спросить. Так, 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 так. Снижение цен на 40%. Ага. Так, крупно резали, не нашли. Ладно, а вот продавец, хоть продавца нашел, спрошу сейчас. Так, вот это мне тоже потребуется. Вешалки. А чем вешалки продаем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть за 9,90. Ух ты, блин. А дешевле нельзя? Никак? Ну, выбежал. Вот, ёлки. Опять самим искать. Ну, пойдемте. Ну, получил такую неутешительную новость, что, оказывается, это возможно. Я сейчас уточню. Но, скорее всего, такие шкафы продают только через интернет, онлайн. Ну, сейчас внизу еще спросим. Как-то это немножко странно, конечно. Ну, вот, это говорит о том, что была возможность проверить, есть ли в этом магазине в наличии. Я поленился. Вот вам результат. 10 поросят. Ладно, еще не все потеряно. Идем спрашивать. Ну что ж. Там, значит, нету. Ну, попробуем сейчас еще здесь Мимакс. Поглядим. Может быть, здесь что-то найдем. Это, как я сказал, спутниковый магазинчик. Так, ну, скорее всего, наверху, это понятно. Пойдемте наверх. Ах. К сожалению, у меня кончается бензин.
Ну, то есть кончается этот. Поэтому сейчас еще чуть-чуть поработает, и мы выключаемся. Потом уже дома это делаем. Ну, что сказать, дорогие мои друзья, неудача нас не подкосила. Я заехал в Том, это хозяйственный такой огромный магазин, где всякие досочки, там планочки и так далее. Думаю, ну, хорошо, тогда я соберу шкаф, да и все, сейчас куплю маленьких досочек. Вот. Ну, в Германии очень часто досочки стоят дороже, чем готовые изделия, поэтому я от этой мысли отказался. И тут, проходя мимо, увидел именно такой шкаф, который мне нужен. Вот я его собрал. Ну, правда, здесь нет американского Нью-Йорка. Ну, ладно. В тунише у него есть верхняя полка, есть куда вешать. Нижняя полка, еще одна нижняя полка. Три полки. И будет куда теперь повешать рубашки, наконец-то, а то они у меня... Все где-то под кроватью валяется. Ну, там в шкафах. Купил кучу этих. Теперь. В общем, я доволен тем, что это мобильная штука. Собрал и опять на новое место перевез. Я все-таки предпочитаю мобильность. Как бы там ни было. Ну, мало ли что. Вдруг мне подвернется еще что-то лучше здесь же, в Люэткирхене. Почему бы не взять? И также безболезненно переехать. Так как за последнее время планы такие, что найти квартиру с балконом и так, чтобы с балкона было видно горы. Ну, это, конечно, не слабое желание, да? Ну, тем более, мало ли что. Итак, на этом я с вами, дорогие друзья, прощаюсь. Я думаю, что вам две части эти понравились. Всего вам доброго, друзья. Пока. А я сейчас пойду шкафчик заряжать.